Продается англо-арабский жеребчик по кличке Гэмбл. Родился 17 мая 2021 года. Его родной брат, жеребчик Голден Бой, в 2021 году стал победителем Алтентай в Алматинской области. Второй его брат по кличке Жилжерен 4 раза становился победителем Тайбайге в 2021 году в Кызылординской области, Казахстан. В июне 2022 года Жилжерен занял второе место в Кунанбайге. Третий брат по отцовской линии, жеребчик по кличке Мустанг, весной 2022 года стал победителем трех Тайбайге и занял призовое место в четвертой скачке. Четвертый брат Гэмбла по отцовской линии, жеребчик Таберик, казахская кличка Секрет, в марте месяце стал победителем Тайбайге в Атырауской области. В апреле 2022 года на Кызылординском ипподроме кобылка Жулдыз заняла второе место в Тайбайге. Отец этих четырех жеребчиков и кобылки – рыжий жеребец чистокровной верховой породы по кличке Балтик, линии Man of War, от Агдама и Бейданы. Отец Балтика – известный жеребец Агдам от Арта и Гонки, выиграл призы спринтерский, большой, летний и Анилина. В родословной жеребчика присутствуют крови знаменитых предков, таких как Раут, Айвори Тауэр, Блашен Грум, Нарсен Дансе, Дансек, его сын Свюз Дезерт, Асенсвуд и множество других известных и подробных бойцов. Мать жеребчика – серая кобыла по кличке Галкана. От Камелька – представителя линии Насима и Гарпины из известного скачущего семейства Рида через Руанду. Гарпина хорошо скакала, 8 платных мест из 12 стартов, победа в призе «Окс» и второе место в большом краснодарском призе «Дерби». Отец Камелька Анчар – блестящий скакун. Из 38 стартов на ипподромах Европы и России занял 11 первых, 6 вторых, 7 третьих и 2 четвертых места. Победитель Кубка Европы, Варшава, летнего и большого спринтерского призов. Мать Камелька по кличке Камея имела выдающуюся скаковую карьеру. Из 8 стартов 6 побед. До рождения Гэмбла его мать Галкана уже дала одного англо-арабского жеребчика, одного арабского и двух кобылок. Арабский жеребчик Вискар, казахская кличка Окжет Пес, от Вивата и Галкана был продан в Казахстан, где в годовалом возрасте занял 3 призовых места в 2020 году, а в двухлетнем возрасте был вторым среди лошадей чистокровной верховой породы в соревнованиях по байге в Кызылординской области в августе 2021 года. В марте и мае 2022 года занял 2 третьих места в Аламан-байге, а в июне занял 4 призовое место. Какие документы оформляются при покупке? С покупателем заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК, все чипированы. На каждую лошадь выдается паспорт, в ней коневодство установленного образца. Мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По вопросам покупки англо-арабского жеребчика обращайтесь по указанному телефону, WhatsApp или Telegram.